Привет, с нами снова я, Макс Устин, и сегодня мы продолжим разговор об разведчике. Будет сегодня оружие у нас Круп 37. Я вешал его, весил его, я не до конца его прокачал, так как при открытии Джольта сразу на него пересел. Чем он хорош? По сравнению с Сабром, у него улучшенная скорострельность, улучшенный, немножко улучшенный магазин. Немножко, но нормально по сравнению с Сабром увеличена дистанция. Урон, конечно же, меньше. Начиная с Круба, там Джорд уменьшается. Ферз он вообще маленький. Ну, а Боск он так уже повысился. Давайте посмотрим. Сыграем в онлайн-матч. В свободную игру. Посмотрим, на что это оружие способно. Пытаемся затащить. Конечно же, затащить можно любым оружием. Но многие обходят Круп стороной и берут либо Джольт, либо Ферз, либо Боск. Потому что у него очень, по моему мнению, очень малый магазин. Это предоставит кучу неудобств. И разброс довольно-таки тоже хороший. Хотя он у всех ПП хороший. Но Круп мне что-то вот не нравится прям. Здесь да. Ой, блин. Пришел своим слаком. Красавчик унесу, да? О, прям сюда будем пинуть. Какой прям спайдермен вообще. Или может магазин это тут самое большое разочарование в Крубе. Что у нас тут трое? Офигеть. Это 29 патронов, 27 патронов сейчас. Вот на увеличенном. Все равно, но при полном тоже прокачанном магазине патронов маловато. Лучше, конечно, Джорд. Потише, парень. Сейчас мы тесно с ножа вынимаемся, потому что... Жопа в нос все.